Свыше 40 тысяч жителей получат разовую выплату ко Дню памяти и скорби. Речь идет о детях войны. Тех, кто во время Великой Отечественной потерял своих родителей. Выплата составит 500 рублей на человека. Региональный закон о материальной поддержке детей войны в области приняли в прошлом году по инициативе Бориса Дубровского. И это будет не единственная социальная выплата. Об этом заявил губернатор в послании законодательному собранию. Это тоже одна из форм поддержки. Расширен перечень и категории лиц, которые будут освобождены от уплаты за ремонт многоквартирных домов. Это тоже делается и во всех регионах у нас в области это делается. То есть компенсация за снижение реальных доходов населения сегодня беспокоит правительство, губернаторы. Реальные доходы населения снизились в области на 12% по итогам 2016 года. Об этом губернатор заявил во время послания. При этом средняя зарплата южноуральцев растет. Сейчас она составляет 31 тысячу рублей. В своем послании Борис Дубровский обратился к руководителям коммерческих предприятий и призвал поднять зарплаты сотрудникам. А затем затронул и тему образования. Сейчас в очереди в детсады стоят свыше 17 тысяч детей до 3 лет. За год создано 12 дошкольных учреждений, почти на 5 тысяч мест. Эта работа будет продолжена. Активно строятся школы в Челябинске и Сосновском районе. К 2018 году почти 80% школьников уже будут учиться в одну смену. Если брать сегодня образование, где мы сделали достаточно серьезный прорыв не только в дошкольном, но и в профессиональном образовании, в дополнительном образовании, то есть у нас возможности. Если брать сегодня развитие здравоохранения, где мы сегодня сделали серьезный прорыв в отношении высокотехнологичной медицинской помощи. С помощью областных властей отремонтированы более 80 больниц и поликлиник. Началось возведение новой поликлиники областного онкодиспансера. Строительство планируется закончить в этом году. Продолжит ремонт в клинической больнице региона. Стартовала программа «Земский фельдшер». Врачам выплатят подъемные по 500 тысяч рублей для работы на селе.